Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в уроке Photoshop. В этом уроке очередной макет свитера. Посмотрим сейчас, как легко здесь все можно поменять на свое. Этот макет хорошо подойдет для, например, какого-нибудь магазина по продаже свитеров или одежды. Данный макет вы сможете скачать на моем сайте. Ссылочка будет в описании этого видео. Когда вы распакуете архив, у вас будет 4 PSD-файла с разным ракурсом данного свитера. Они меняются аналогично. Давайте посмотрим, как здесь все можно быстро, легко поменять на свое. Раскрываем слои. Здесь у нас есть несколько папок. Мы просто кликаем по глазику, определяя сразу, что за что отвечает. Вот это, например, отключается текст. Текст ляжет. То есть сразу на все изгибы, на все складки свитера, естественно. То есть нам не придется здесь какие-то серьезные правки делать на это. Специальный макет как бы и создан, чтобы очень быстро и легко все можно было поменять. Можно отключить человека или также подставить своего какого-то человека. Background мы можем отключить, задний фон, если мы хотим с прозрачным фоном сохранить, или же просто наложить туда свой фон или закрасить другим цветом. То есть просто выбираю здесь цвет, и у нас все закрашивается, все хорошо. Итак, давайте посмотрим, что можно сделать с свитером. Значит, первую папку мы раскрываем. Здесь у нас есть вот такой вот элемент. Если два раза левой кнопкой мыши мы по нему кликнем, в всплывающем окне мы, например, можем наложить градиент. Здесь выбрать, как это будет. То есть здесь это выглядит, то есть едва, немножко как бы такое легкое нанесение. Далее, ниже у нас есть макет. Два раза также левой кнопкой мыши я кликаю. Например, выбираю наложение градиента. И здесь уже вот видно посерьезнее, да? То есть потемнее идет цвет. Здесь мы можем выбрать яркий свет. Вот вы видите, что происходит. Например, такой цветной свитер, да? Причем ложится цвет именно на свитер. Или же мы можем просто взять, отключить наложение цвета и, например, выбрать отключить наложение градиента и выбрать наложение цвета. То есть, если нам нужен не градиент, мы можем задать такой вот оттенок свитеру, да? Зеленый, синий, вот как сейчас. Далее нажму ОК, сохраню. То есть вот таким образом меняется у нас оттенок. Дальше ниже есть такие слои. Это у нас такое затемнение. Это мы все оставляем включенным. Дальше текст. Обратите внимание, раскрываем вторую папку. Здесь два раза левой кнопкой мыши кликаем вот по этому смарт-объекту. Кликаем ОК. Здесь у вас будет вот такой вот текст, вы его отключаете и можете просто взять инструмент T и написать что-то свое. Выбрать шрифт для вашего текста, какой вам необходим, и нажать здесь файл и сохранить. И текст применится на этом свитере. Вот так вот легко здесь все меняется. Остальные PSD-исходники редактируются аналогичным способом. Я думаю, у вас трудностей не возникнет. Теперь, как сохранить в хорошем качестве. Мы выбираем файл, сохранить как. Здесь мы выбираем формат в списке JPEG. Далее мы нажимаем на кнопку вот здесь вот «Сохранить». Здесь качество 12, наилучшее. Нажимаем «Ок». Если нам нужно сохранить для интернета, для сайта, нам нужно оптимизировать изображение, чтобы не нагружать сайт. Для этого мы выбираем файл «Сохранить», значит «Экспортировать» и «Сохранить для веб». Соответственно, если у нас JPEG, картинка с задним фоном, то мы вот здесь выбираем JPG, качество очень высокое, 80. И не забудьте вот здесь убавить размер. Слишком большое изображение, 3500 пикселей на 3000. Тут в зависимости от вашего сайта, от ваших нужд, вы здесь, конечно же, уменьшаете размер изображения. И нажимаем здесь вот сохранить.
Если вы отключаете задний фон и вам нужно сохранить прозрачность, то вы здесь выбираете в итоге PNG24. На этом уроке все. Надеюсь, для вас урок был полезным. Поддержите меня, пожалуйста, лайком и подпиской на канал. На этом я с вами прощаюсь и до нового видео, друзья. Если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla, неважно, то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostik. Сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен. Главное примечание хостинга – тестовый период 30 дней. 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно. Второй очень важный момент – возврат денег в течение 45 дней, если вас не устроят услуги хостинга. Готовый КМС – 3 года на рынке. Молодой хостинг – это очень важно. Онлайн-поддержка на высоте. Перейдя на хостик, вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник. Это онлайн-чат. Круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью. Лояльные цены, мощные сервера. Если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге, но он вам не нравится, служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним. У них есть замечательная акция – 3 месяца бесплатного хостинга. Ознакомиться с данной акцией вы сможете, перейдя на этот хостинг. При оплате за год можно сэкономить до 45%. А также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера. Вы меня знаете, я вам плохого не посоветую. Итак, если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом, ссылочка под этим видео. Переходите и знакомьтесь.